10 апреля закрыто, карантин. Общаясь с людьми, мы люди обсуждаем, откуда появился этот коронавирус, как появился, почему появился, что является причиной того, что мы должны делать, что мы ждем завтра. Разного рода вопросы, которые ввергают людей в некую панику, в некое смятение. Милость Создателя, что у нас есть Священное Писание, которое дает ответы абсолютно все вопросы. Но самое главное – суметь, успеть открыть это Писание и найти ответы. Хотим вас оставить, не работает.